В рамках реализации партийного проекта «Безопасные дороги» представители партии «Единая Россия» проверили качество дорожного ремонта в Звенигороде. В рейде приняли участие первый зампред Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Лариса Лазутина, руководитель партийной фракции в Совете депутатов округа Вячеслав Киреев, исполнительный секретарь местного отделения партии Лариса Белоусова. Они оценили результаты работы на дороге М107 в ходе ремонта по инициативе главы муниципалитета, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Андрея Иванова. На дороге установили отбойник. Он ограничивает доступ для большегрузного транспорта, который завозил необследованный грунт со строек Москвы в карьер микрорайона «Восточный».